Сегодня у нас 16 июля, экватор лета. И в экватор лета мы в фильме «Накопарки» устроили самую настоящую гавайскую вечеринку. То есть здесь вас ждут гавайские пляски, гавайские конкурсы. Будет даже интересный розыгрыш гавайских фруктов тропических здесь же на главной площадке. У нас здесь очень много интересных мастер-классов. И для мальчиков можно сделать кораблики своими руками. И девочки смогут сделать лею, это гавайские бусы. Очень красивые, интересные. Каждый сможет тоже сделать своими руками. Красивые браслеты. Ну, не только себе, как на память, а еще как подарок родственникам или близким. Сегодня представлены наша любимая верблюдица Марта, ее друг Авель, тоже верблюд, маленькие хорьки и кролики, и самый большой и наш любимый белый попугай Кикаду. Очень-очень любит шоколад, конфеты и взламывать замки. Люди могут подойти, обнять, погладить, сфотографироваться, то есть никаких проблем нет, животные спокойные, добрые.